Отлично, отойди, Женя, стоит с парнем, все, давай. Здорово, пацанчики, вы что здесь делаете? Здрасте, здрасте. Здрасте. Что делаете здесь? Да, вот билеты на посвящение продаем. А сколько стоит там, что кого? 150 рублей билет. Сколько 150, чудо, давай там полтишок скинь хотя бы. Ну, мы как бы не можем, мы как бы продаем там. Да-да-да. Да ладно, ты на не ломайся, полтишок по свойски скинь. Да ладно, успокойтесь, Сергей Борисович, все равно. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа «Званый ужин». Сегодня среда, у нас в гостях будет третий участник. А сейчас я расскажу о предыдущей группе. В понедельник мы были в гостях у Никиты Сергеевича Хрущева, который готовил нам всевозможные блюда из кукурузы, которые выпишут гирку. Кукуруза его. Во вторник мы посетили известного английского деятеля Ллойда Чемберлена, который пытался заварить свой знаменитый английский чай, но так и не смог его заварить, а в итоге заварил кашу в Европе. А сегодня среда, и у нас в гостях третий участник, лауреат премии «Антигерой века», это он, известный писатель-сатирик Адольф Алоисович Гитлер. Здравствуйте, вот вы все сатирики как-то странно здороваетесь, я заметил. Ну, давайте уже приступим к приготовлению еды и вот обсудим, что в меню, что основное блюдо, что будем готовить. Знаете, я решил как бы приготовить свое любимое сегодня блюдо. Мясо по-еврейски. Ну, да. Заманчиво, наверное, вкусно будет. Ну, понятно. Ну, вот куда пойдем за продуктами для вашего мяса? На магазин или на рынок? Куда? На Польшу мы пойдем! На Польшу? На страну, что ли, поедем в такую Польшу? Нет, просто знаете, там рынок через дорогу Польши называется, там как бы и цены дешевые, и с марками можно рассчитать, удобно очень просто. Не самые марки, да, ну, знаю, ага. Ну, а какие развлечения у нас будут для гостей? Может, полепим из пластилина или поиграем в города? Как вас там немцев учили? Варшава, Прага, Москва, в конце концов. Да, 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 помню, 60 лет назад это такое было, да. Мы на Москве все остановили. Да, город нам вы так и не придумали. Да, не придумал на город, а. Но, знаете, сегодня, как бы, я придумал новое развлечение. Устроим свой маленький холокостик. Да, заманчиво, звучит, наверное, интересно будет. Да, весьма, весьма. Вы знаете, на десерт, я думаю, мы выпьем сегодня с вами мой знаменитый коктейльчик с цианистым калием. А вот, кстати, он стоит. Вот так у тебя. С вами был Иосиф Виссарионович Сталин. До встречи в четверг, товарища Жукова. Сходят слух, что у нас в корпусе открылись два профильных кабинета – археологии и этнографии. В кабинете археологии насыпана куча земли и повсюду валяются куски керамики. А в кабинете этнографии в углу сидит старушка, а рядом стоит фляга со спиртом. А теперь реклама! Ты странная игра, с чего с ней пахнут? Я же за ручеек играл. Ручеек! Играй, не воняй! Уважаемые зрители, недавно в нашем корпусе прошел всемирный слет любителей анекдотов про Штирлица. В течение 10 минут на этом слете были зачитаны абсолютно новые анекдоты. Вот, например, такие как... Голодный Штирлиц заглянул в холодильник. Но там не было сыра. Еще бы, ведь он ежедневно протирал холодильник изнутри сухой тряпочкой.
Кирилл стоял в магазине и смотрел на пол. Немного подумав, он взял литровую бутылку водки. Ну, абсолютным большинством голосов первое место занял следующий анекдот. Утро. Квартира родительский 5. Послушайте, Штирлиц, вы не знаете, мы должны уйти. Хорошо, 5. Я дам долг господину уйти. А у нас реклама. Новости медицины. Замучен геморрой. А больно сесть? Теперь это не проблема. Новые антигеморроидальные свечи Иван Грозный вам помогут. Свечи Иван Грозный. Устрой своей жопе обличнину. Под впечатлением от выборов в США в России тоже выбрали нового президента. Бадгыза Абамаева. Я лучше буду. Нет, ну зря.
Ну где там? Где Лариса? Ваша дико сильно. Сколько стоять я тут буду? Ну все же люди, ну все же люди, понимаешь, да? Ну я считаю тебе. Ладно, ладно, ладно. Ну вот смотрите, сколько время. Ну что, да, как 20:10. 20:10, это 2010 год. Я год назад должен был универ закончить. Посмотри!